Привет, друзья! С вами Вика Самойлова. Сейчас я расскажу вам про очень крутой курс, который поможет, не напрягаясь, зарабатывать 130 тысяч в месяц в 2023 году. Каких-то специальных знаний не требуется, а главное, все можно перевести в пассивный заработок. И бонусом – никаких нейросетей в курсе. Понимаю, что все от них немного устали. Предлагаю начать сразу с конкретики. Вы же знаете, я не люблю лить воду. В основе курса лежит использование новостной социальной сети, с помощью которой вы будете зарабатывать, загружая туда нужный нам контент. С помощью автоматизации можно сделать загрузку всего лишь один раз в неделю, тем самым переведя заработок в пассивный режим. Что такое контент? В данном случае это новости, видео с YouTube и статьи на разные темы. Но в отличие от всем известного сервиса, вы можете загружать все, что хотите. Даже 100% плагиат и копии новостей с любого источника. И это все равно будет приносить деньги. Конечно же, это не бездумное копирование, так как нужно будет сделать правильные настройки публикации, чтобы каждая из них приносила вам хорошую прибыль. Но не волнуйтесь, я научу вас этому. Процессу правильной настройки у меня посвящено 2 видеоурока. Я уверена, что для вас очень важно понимать, кто и зачем вам будет платить. Сейчас подробно расскажу. Загруженный вами контент имеет ценность для новостной социальной сети. Она монетизирует его через показ рекламы в ваших постах и оказание различных услуг в сфере бизнеса. Трафик – это источник всех денег в интернете, и он привлекается за счет поисковых систем на ваши публикации. Это делает сама соцсеть, но для того, чтобы трафик хорошо пошел, нужно правильно настроить публикацию. Как я уже говорила, я научу это делать. У сервиса такой алгоритм работы, что он сам будет раскручивать вас. Часть трафика он самостоятельно привлекает из поисковых систем. Часть берется из его же аудитории, которая составляет более 10 миллионов человек. А это достаточно много. Давайте разберем конкретный пример. Вот скриншот новости. На момент создания скриншота прошло 4 дня со дня публикации статьи. За 4 дня она принесла аккаунту 2254 рубля. Ее посмотрели 45 тысяч человек и оставили почти 3000 комментариев. И это только за 4 дня. А среднее время активности статьи около 7-10 дней. У аккаунта 2-3 таких публикации в день. У вас будет похожий аккаунт. Еще есть 2 важных вопроса. Если вы их еще себе не задали, я сделаю это за вас. Совсем никаких шансов хейтерам не оставляю. Первый – это конкуренция. Самый частый вопрос в моих сообщениях. А что будет, если много людей будут у вас учиться? В данном случае конкуренции нет вообще, потому что чем больше людей, тем лучше для всех участников. Сейчас объясню. Чем больше на сайте публикаций, тем больше трафика они привлекают. Чем больше трафика, тем выше позиции в поисковых системах. Чем выше позиции, тем еще больше трафика, а соответственно и выше заработок у всех. Я даже сделала чат учеников, в котором вы можете общаться и помогать друг другу, увеличивая доход. И второй вопрос – откуда брать весь этот контент? Конечно же, я дам вам все источники, чтобы вам не пришлось искать все самим. Источников много, и контент там не заканчивается. Даже если у меня будет 10 тысяч учеников, источник контента все равно себя не исчерпает. Вроде бы все подробно рассказала. Только вот чуть не забыла про сюрприз. Ведь каждый мой ученик, кто присоединится к курсу в этом месяце, получит от меня бонус – 500 рублей. Не упустите эту возможность. А я желаю вам хорошего настроения и надеюсь увидеться с вами на курсе. Ваша Виктория.